все. Я показываю сейчас с утра пораньше шторки. Вот они все время вот так вот скурежены и с этой, и вот так вот открыто. Что прибить? Вот прибил. Вверху видно. И вот прибил. Чтобы гвоздь не провалился, ему из бумаги отрезал шляпки. Вот она где. Вот что, гвоздь один, а теперь гвоздь второй. Вот так. Сейчас мы посмотрим, что будет получиться. Теперь то надо сделать окно. Шторки. Страшно не люблю, когда пустая работа, непрерывно одну и ту же работу делать. Шторки дергают, ничего не закрывается. Я требую закрыть, а они не могут закрыть. А сейчас все ровненько. Самое глупое, что сейчас, наверное, есть у нас на земле, это высокие каблуки женщин. И то, что без подков. Болеют головы, соображений нету, но все равно она без подка. На улице идут верующие, неверующие, блудницы, все одинаково одеты. Это тоже никуда не годится. Одно из самых неразумных действий сегодня — это бритье. Зачем брить, когда мужчине Бог дал красоту его бороду? Зачем? Так, теперь мне надо встать на скамейку. Вот здесь вот. И прибить. Вот там я прибиваю. Так, это у меня... А где-то я... Я забыл, а вот она лежит. Как только прибью женщины там в Барнауле, начинают подходить. А можем оторвем? Уже оторвали. Зачем? Стирать. Каждый день готовы стирать. Она рвет шторку, там все в дребезги. Запрещаю, умоляю. Говорю, все равно соберутся трое, подойдут вот так вот, и все равно оторвут и будут стирать. С собой человек, когда не руководит, значит, один вопрос. Кто? Как Валан говорит, кто? Управил. Сам собой человек управил считать. Поэтому надо план иметь хотя бы на краткое время, на 1000 лет хотя бы. Вот так. Я вот здесь прибиваю. Мне и нужды нет. Мертво. Все. Теперь мне надо там прибить. Ту сторону прибить. И на этом все. И сразу сюда гвоздь забью. Вот здесь. Откидывать куда? Вот смотри. Выше головы. Тут никто не достанет. С наклоном небольшим. Теперь осталось только прибить там, все на этом. Я туда вряд ли достану. А давайте я достану. Да нет, неудобно. О, скамейка-то какая. Шатается. Она... Все. Ой, спина не дает. Теперь. Это мы пораньше. Утром сегодня, 24 сентября. Я решил все записать. У меня в гостях мой близкий человек Сергей Егорович. И записать все, что ему Володя передал. А вот я теперь вытащу молоток. А у нас тут все сделано как надо. На этом. Да, там гвоздики как положено. Ага. Прибитые, да? А вот не прибитые, наверное. Нет, вот он, вот он. Если дверь отодвинуть, вот, вот гвоздик. Вот он. Где она прибита? А нигде. Она сдергивается. Угу. Смотри, сколько комаров. Угу. Да как же так? Теперь это надо отрезать заново. Я даже не думал, что тут это не прибито-то. И она раз не прибита, вон она, щель, видать. Она ее сдергивает. Фу ты, беда. Так, это что у меня получается? Раз, два, три, четыре гвоздя надо. А большие-то есть, да? Есть маленькие гвоздики.
Маленькие, 4 прибить. Они у Володи есть, я видел. А? Они есть в коробочке у Володи. Не надо, вот оно где. Там не такие гвозди, не маленькие. Ну там 40... Это 30-ка. Надо... О, мышка побежала. Кошка сюда. Ясно. Потихоньку, подожди-ка. Сейчас я ее сюда принесу. Угу. Давай какую мышку увидал. Рыжая, ты где? Пойдем, там мышка у тебя бегает. Пошли. Опа! Держи ее тут, ага, на ночь. Угу. И везде надо. Закрывай быстрее дверь. Вот она где. Так, стой, не шевелись. Сейчас я мышку толкну. Мышка выскочит. А почему она не выскакивает? Понимаешь, какое дело? И дырка, может быть, здесь есть какая-то. Ну-ка, поставь на место. Опять. Она выскочила. Куда-то ушла, наверное. Вот вы кошку-то оставили здесь, она все равно выскочит. А тут мешки, тут это, посмотри, на полу стоят, это все прогрызено будет с продуктами. Кошка, главное, сюда ходу не имеет, а держим кошку. Так, я управляю гвоздики. 3, 4. Ну, чтобы хватило, один запасной возьму, чтобы сюда не ходить. Вот управлять гвозди удобно на торцевой щурке. Все. Зачем 3? Не знаю. 2 было, 3 теперь. Так, подожди. Это не пойдет такое дело. Ну-ка еще тут. Иди сюда. Не открыто ли где в мешки у вас тут? Смотри сюда, посвети. Что здесь такое? Прямо открыто, вот она. Вы ни разу не видели этого? Никогда. Нет. Зачем смотреть? Пускай жрут. Ну мыши-то почему я туда не залезть-то? Когда оно вот просто вот открыто. По-хозяйски это? Не по-хозяйски. Ну не по-хозяйски, так ну как-то один раз себя ущемить надо здесь. Здесь что лежит, посмотреть. Здесь какие-то продукты лежат. Зачем мышам-то не жить? Прямо лежат продукты. Что, собачий корм или что-то. А там мыши отправляются уже. И при том там прижато, куда не может пройти кошка. Здесь хоть маленько закрыто. Я еще могу сказать? Минус огромный. Надо проверить там, что есть. Это для собак корм. Это валяется под ногами. Тоже надо разобрать. Здесь что-то надо разобрать. Ну, здесь что? Соль, наверное. Соль они не едят. А вот тут это крупа какая-то. Занести туда надо ее, в комнату. Что здесь такое? Ну-ка давай. Потому что мы крайне неправы. Открой-ка мне дверь. Потом разберешься. Так, теперь это занести надо, мешок. Я где бы ни пришел, я понимаю, начинаю убирать. Все, о, он мешается, ему что-то надо. Ну как же не мешается? Да открыто. Мышиное царство. Надо посмотреть здесь что. Здесь такого нет. Везде продукты натолканы. Тем более есть куда. Большая морозильная камера. Вторая камера морозильная. И нигде ничего нету. Чтобы закрыто так было.
Вот она, кошка пошла, она уже услышала запах. Умница. А вот туда она может дойти? Не может. Она не может туда попасть. Ей надо открыть. Вот она где. Вот эта-то она вообще не нужна никуда. Мышиное царство. А. Вот она как смотрит. Кошка. Видишь, как на полу ей удобно очень. Она пошла туда. Здесь что такое? Посмотреть надо. Мне кажется. Что тут такое? Ей очень трудно, она туда не может попасть. Вот это соль. Это тоже убрать надо. Вот это вот потом проверить надо, что там лежит у ней. Пряники бывают, халва открыта. Это самая любимая пища их. Я с ними бил с ребятами, там в лагере было все время. Просто хлеб лежит. Когда у нас железные ящики, все продумано. Только открой и положи, однако этого не будет сделано. Это что тут такое? С чем они вот эти? Потом можете проверить днем. Это семена. Семена. А до мышей это самая радость. Семена. Их можно найти, положить сюда. Вот здесь это закрыть и написать семена. Угу. Так, уходим. Мне надо 4. Прибить, я их сейчас отстрелю, так, раз, два, три, четыре, так, молоток, где он? Остался там, я проворонил его, ну-ка, вот. Смотри, мы сейчас это сделаем, и больше она не будет открываться. Шторки должны быть очень плотно закрыты. Очень. А пол-то никакого, тут ничего нету. Вот здесь пол был весь сотлевший. Весь, даже гвозди и те. Потому что вентиляцию не сделали. Почему не сделали, не могу понять. Такие умные хозяева были. Где вентиляция, пол везде целый. Здесь ничего не осталось. Пришлось абсолютно все заново. Покупать сороковку доски. Выбирать, ездить. Тебя там еще обманут не один раз. Мы отобрали их. Ну, я завтра приеду. Они взяли вовнутрь, гнилость натолкали, а эти утащили. Страна воров. А почему Бога нет? А Бога нет, твори, выдумывай, пробуй. И потом смолили с той стороны мы отработкой. Лаги делать. Ладно, Михаил Михайлович Кальмая тут был, сильно помог. Вот теперь я начинаю прибивать. Не обязательно до самого верха. Никакой красоты не надо, ничего. Так. Теперь мне туда надо как-то пробраться. А это кто набрал? Это матушка Людмила приходила вчера и принесла кукурузы. Да? Надо их сегодня убрать, это мыши съедят. Вот бабы они едят или не едят, я не знаю. Комаров надо бить. Ну, тут она с избытком, так что тут разговоров нету. Так.
большие гвозди. Вот теперь надо прибить. Как прибить? Сюда надо пролезть. А что увидит, скажет, ой-ой-ой, варвары, стену долбят. У них ничего нету. Он встанет, в туалет сходил к телевизору. А тут все своими руками строено. Вот эта огромная печь, это моими руками все сложено, до одного кирпича. Труба идет, я 40 лет печником работал. А который скрипит-то, у него ничего нету. Он ни на земле, ни на небе. Вот куда, видишь, пошло. Все. Абсолютно все. Но это длинная шторка, ее можно туда приподнимать, чтобы она тут на кастрюле не была. Все. Уходим. Сейчас я вытащу отсюда. Видишь, как плотно закрыто. Стоп, подожди-ка. Подожди, моя хорошая. Это ты напрасно так делаешь. Пошли. Пошли, 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 пошли. Ты мышатница, тебе мышей надо ловить. О! Все. Она сейчас наведет им порядок. Так, костюмчик мне мешает, потому что, хотя Надежда сильно его отремонтировала, маловато маленько мне. Ну, теперь он у меня чистенький. Набитый завязками, где угодно. Вот так, со шторками мы расправились. Посмотри, как чисто. Там оно вроде держится. А что тут я не сделал? Ну да. Здесь надо было то же самое сделать. Вот, понимаешь, каждый раз смотришь какой-то недостаток. Постой. Буду думать, что я не доделал все. Еще один разворот надо сделать. Прибить. Так, у нас тут гвоздь, кажется, был. Ничего. Так, куда? 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 Нельзя сюда. Не допускай ее. Она должна мышек ловить. Мышек. Ну вот и все. Теперь мы сворачиваем ее. Это шляпка как бы для гвоздя, чтобы она шторку не прорывала. Вот так. Теперь. Тут мы уже, смотри, попутно-то сколько выдернули мешков. Мы же отобрали-то их у мышей. На нас мыши жаловаться будут. Мышка скажет, у меня детки малые, а они забрали... Вот эту гвоздь подлиннее маленький. Вот вроде сделал, а маленько не доделал. Не доделал, доделать. Все. Уходим. Я увидел-то что? Она куда ушла? Щель. И щель это всегда. Все лето. Я их дергаю, а толку-то? Вот она. Дальше.
Не надо. Задим. Вот теперь все. Слава тебе, Господи. Шторки — это один из моментов, как закрытая дверь, закрытая задвижка. Ну все, что касается закрытия. Вот это не ваша. Его возьмите. Все, закрыто сейчас. Останавливайте, молиться будем. Съемку вел Игнат Сергей из Донецка. Все, да, там конец, отрывайте и устанавливайте на молитву.